Есть многие вещи, которые я просто хочу. Хочу отдыхать, хочу зарабатывать достойно, хочу не покупать за очень дорого. Почему нет? Нормальные человеческие желания. Человеческие желания в качестве автолюбителя можно реализовать. Для того, чтобы купить не за дорого автомобильную резину, можно приехать. Ну, на автовую базу, разумеется. Вы же на зеленый рынок ездите, правильно? Когда хотите экономить. Это Белорецкое шоссе 15. Прямо за моей спиной, выезд на Белорецкое. А прямо передо мной база УПТК. И вот здесь располагается Макшина, которая гарантирует вам самые низкие цены на автомобильную резину отечественного производителя и не только в городе Магнитогорске. За Макшин низкие цены, потому что как бы мы работаем напрямую с заводами-изготовителями. То есть это Ярославский, Нижнекамский, Барнаульский, Омские заводы шинные. Ну и как бы объем у нас очень немаленький. То есть мы берем не газелями, а вагонами, фурами, и из-за этого как бы нам предоставляется хорошие скидки. Да, мы не стали воду лить, а вот так, прямо и в точку. И скажу, не будь в моей повседневной жизни иногда полезного, но чаще напрягающего слова взаимозачет, обувал бы все свое БУ недорогие колеса. Кстати, реальный срок жизни авторезины, неважно какого производителя, будь то крутой забугорный или не менее хороший наш, может завершиться в ближайшей конкретно канаве или кочке. Их количество в городе, конечно, уменьшается, но за... однозначно нет. А есть еще и виды авторезины, которые везти издалека и растамаживать просто невыгодно. Многогабаритные колеса это на К700, на трактора всех моделей, ну то есть там ПТСки, тележки, на все большой ассортимент, просто выбор большой. И сейчас на данный момент по России, то есть эксплуатируется очень много импортной грузовой техники, то есть это фредлайнеры, Volvo, у которых свой специфический размер на 22,5, то есть у нас он представлен в большом ассортименте, и 315, 295, и на импортные полуприцепы, то есть большой ассортимент очень резины, и как бы цены тоже очень минимальные, то есть такие цены, как у нас, в принципе, уже нигде не будет, именно вот по этому размеру, по 22,5 на импортные тягачи, ну то есть и на сельхозскую, и на грузовую резину. Можете как бы приехать, сравнить цены с нашими. А на БелАЗ? На БелАЗ мы все как бы крупногабаритные колеса подвозим на заказ в течение недели. В принципе, тоже цены очень реальные. Есть еще мускулистые японские и китайские грузовички. Что с ними? По японцам, по китайцам тоже у нас как бы ассортимент представлен. Это 15, 16, 14 цешки. То есть это грузовые колеса. Как бы они тоже есть у нас в наличии. А какие же минимальные цены? Ну а вернувшись и вдоволь подивившись на недорогие и доступные колеса, порекомендуем тем, кто знает и умеет экономить, выбирать крупнейшего магнитогорского оптового продавца, который с удовольствием продаст вам и в розницу недорогую качественную авторезину с шильдиком Made in Russia. А люди, внимательно читающие тесты за рулем, поймут, что на резине с шильдиком ZR у нас ездить просто нереально. Конечно, сюда, на Белорецкое шоссе 15, ездит в основном оптовые покупатели. Ну, тот, кто не знает, теперь может тоже сюда ездить, потому что, разумеется, есть магазин розничной торговли. Что касается цены вопроса и качества изготовления резины. Цена вопроса, ну, скажем так, если 3 года назад, когда мне необходимо было срочно отремонтировать аппаратуру, я поехал в Екатеринбург, оставив себе на всякий про запас 3000 рублей, то резина не дорожает настолько, насколько дорожает, допустим, колбаса, и хлеб, и молоко. То есть, вот, пожалуйста, чтобы переобуть одну ось автомобиля, 1500, ну, 2 достаточно. И, в общем, 4000 на автомобиль. И не надо уже сейчас думать о том, что процесс вашей эксплуатации вашего транспортного средства, это очень дорого. Достаточно просто включить голову и понять, откуда растут низкие цены. В данном конкретном случае они растут отсюда. Макшина, Белорецкое шоссе 15.